Привет, друзья! Сегодня у нас токарочка. Нарезал, наломал вот таких плюшечек. Сейчас мы их подожмем центром и проточим. Аккуратненько поджали, теперь необходимо подровнять. Так, теперь с этой стороны. Пойдет, думаю, пойдет. Поджимаем и вперед. Оборотов дадим побольше. Полет нормальный. Продолжаем. Смотрим. Нормальненько. Продолжаем. Проверянто 18 и 3 десяточки. 3 десяточки снимем, и будет все окей.
финиш. Намотала кружечки. Сейчас мы ее немножко посидеть сюда. Отжимаем. И что мы маем? А маем вот что. А вот такую красоту. Тра-та-ту, тра-та-ту. Повторим. Повторим. 20 плюшечек. Поджимаем центром. Кажись ровненько. Кажись нормальненько. Поджимаем. Продолжаем. Еще разочек. Что мы имеем? 18. Нормалек. Вынимаем то. И еще разочек. Поджимаем. Подровняли. Поджимаем еще. Продолжаем. И еще один проход.
отжимаем. Вот такие классные пилюльки. Предвижу вопрос, зачем это надо? А вот зачем. Иногда собираемся по выходным, как в старые добрые времена, и играем в лото. Ну, разумеется, конечно же, на деньги. Есть такой грешок. Вот такие фишки. А на сегодня все. Ставим пальцы и до следующих видео. Всем пока.